Я хочу мужчину, который был бы очень хорош собой, но который не сознавал бы этого совсем. У него должно быть очень жизнерадостное чувство юмора, но то, что я говорю, он должен воспринимать совершенно серьезно. У него должна быть престижная работа, например, в Сити, но деньги не должны быть для него главным отнюдь. И еще он должен быть непредсказуемым, когда речь идет о подарках. Но пусть дарит мне только то, чего мне хочется. И он должен быть очень резким, но в то же время очень нежным. И у него должен быть очень большой член. Но он должен понимать, что нельзя использовать его на всю длину постоянно. И еще он должен уметь летать.